красоту трудно не влюбиться. Ну, а уж что полюбил, трудно потом от этого отказываться. Тем более, вот, если бы абы что бы было, а вот такая красота. Это ж красота, такие сосны. Лес рубить приехал. Хоперский заповедник. Он просто жемчужина. Чернозень. В 20 километрах горно-обогатительный комбинат. Ну вот так вот просто. Это нонсенс. Вот если бы мне сказали 10 лет назад, что здесь планируют поставить горно-обогатительный комбинат. Ну, я бы посмеялся, наверное, пословно подальше. Мне просто в голове это не укладывалось. Ну, вот как мы видим, все укладывается, все. Для кого-то это нормально. Вы ограничиваете доступ граждан на земельный участок сельхозназначения. Нас не интересует, что здесь написано. Нас интересует, что написано в законе. Свалка, которая официально вроде как закрыта, и официально они ее тушат. Вот, эта свалка горит уже более 10 лет. Не надо думать, что прокуратура или Министерство природных ресурсов решат вашу проблему. Конечно, не решат. И система выстроена сейчас таким образом, что, напротив, все государственные институции, они работают на свой личный профит. То есть они работают не на то, чтобы защитить права людей на благоприятную окружающую среду, а ровно наоборот. И поэтому вся надежда-то у людей только на самих себя. И, собственно говоря, вот наш самый главный урок Химкинского леса, мы это поняли быстро. Это наша родина, это наша, вот в чем заключается родина наша, да? И мы ее отстаем. Это наша малая родина, но это наша родина. И мы ее не отдадим. Ну, сунскими партизанами нас обозвали почти сразу, как только мы здесь устроили такой же лагерь и ночевать стали. Мы посмеялись над этим. Но по большому счету, в виде того, как нас называют, мало что меняется. Началась история, если мне не изменяет память, в 2011 году. Мы постоянно сюда ходим за грибами. Мы в очередной раз пришли, смотрим, ленточки появились. Участок огорожен. Стали задавать вопросы, что такое. Стали узнавать и узнали, что на территории нашего бора собираются сделать песчаный карьер. 20 июня в Кандапошском районе, вблизи поселка Суна, на месте планируемого карьера началась рубка леса. Местные жители стали на его защиту и начали дежурить в лесу. Опасность карьера в чем? Во-первых, карьер находится в непосредственной близости от поселка. А лес для поселка – это же защита. Защита от зверья, защита от ветров. Кроме всего, лес для жителей поселка – это кормилец. Все решения суда у нас есть на сегодняшний день. По всем моментам, по всем решениям суда, которые суды мы выиграли, мы можем начинать работать, то бишь сводить лес на территории Сумского карьера, да, Сумского бора. А он не отступится, этот Федотов. Он злой мужчина. А сила, наверное, с этого и есть, что я туда все хожу,
А ходить в лес – это полезно, да. Вот. Может, я из-за этого и живу. Да, все как разрушат, и все, капец мне будет. Жители сразу двух регионов России оказались в зоне риска. Из-за добычи никеля, чернозема, грунтовые воды в Воронежской и Волгоградской областях могут быть заражены радиоактивными веществами. Ну, для того, чтобы понять, что такое никель, просто надо вот в интернете в поисковик забить рейтинг самых грязных городов мира. Мы получим на 7-м месте Норильск, а Чернобыль украинский получим на 8-м. Ну, я как участник этих событий могу сказать, что не жалею. И, наверное, до конца дней своих жалеть не буду. Больше того, я горжусь, что я принимал в этом участие. Жечь! Радуйтесь о силой духа, предкам славным подражаючи. Радуйся милости и сострадания к людям бедным имеющим. Радуйся народ спящим, словом Божиим пробудившие. У меня просто опускаются руки, да, ходить там, писать чего-то. Я буду пойду туда и буду хрысть их зубами. Ну, это должно было случиться. Я боюсь, что сейчас случится еще худшее. Потому что какие-нибудь родители, у которых, не дай бог, умрет ребенок от рака, придут просто тупо мстить. Ну, кто смерти-то хочет? Да никто. Причем большинство здесь отсюда, ну, просто не смогут переехать при любом своем желании. Вот мой дом не стоит даже однокомнатной квартиры в Москве. Ехать некуда. Мы растим детей. Семьи поднимаем свои здесь, на этой, на Хопре, на реке, вот на земле на нашей. Если начать вот эту вот добычу, это все просто испортится. И поэтому казаки должны, именно казаки должны отстаивать свою землю. Ну, когда такие варвары приходят на землю, их надо убирать. Понимаете? Каким путем? Законно, мы их просили там, и умоляли там, и что только не делали. Нас просто никто не слушал. Совершенно. Вот, понимаете, людей просто игнорировали. И там не какую-то кучу людей, а игнорировали. Собирались в митинги по 15 тысяч человек. Ну, можно их игнорировать? Их игнорировать нельзя. А их игнорировали. И вот и вылилось в то, что вылилось. Куперская история, она, как и любой экологический конфликт, вскрывает вообще весь комплекс тех нестыковок вообще в российской жизни, там не только в политической, но вообще в российской жизни, который сейчас есть. То есть он просто вот показывает, насколько мы живем в вывернутом наизнанку пространстве. Потому что вскрывается сразу то, как работают чиновники на местах. То, как работает российская экономика, потому что как раз экологические конфликты связаны, как правило, с экспортом ресурсов. Ну, чаще всего. За два года до того, как Путин подписал решение о начале добычи никеля в Воронежской области, было продано месторождение на Кольском полуострове. Значит, получается так, что тут вы на корню продаете месторождение, там вы заводы никелевые закрываете, вам там невыгодно, да? А здесь, в новом чистом месте, да, там, где люди хлеб выращивают, там, где люди живут, понимаете? Они, значит, хотят устроить нам помойку, самую настоящую. Я тебе еще раз говорю, отскочи от культуры. Сейчас, блядь, перееду. Сейчас, что ты остынешь, что кипит. Сейчас, забивай, я же все забивай. Умники пришли, тут приговорили. Так а вы кто такие? С какой целью вы Мы общественность, мы общественная организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу». А, эти, Сорос Афорт. Да, Сорос. Что, кого Америка кормит? Да, Америка кормит. Ну вот единственное, кто беспокоится по поводу этой свадьбы. Да вы что, наверное, а мы тут сиськи мнем, да, мы не беспокоимся. Я вижу, что вы сейчас ничего не делаете и мер не предпринимаете, не да вызываете никого.
То есть свалка официально была закрыта, они продолжали сюда свозить, потом они начали якобы, как это, рекультивировать и просто засыпали сверху землей на горящий мусор, и оно тлело все теперь, тлеет до сих пор, наверное, там частично под землей, и потушить это теперь еще гораздо сложнее. С этим невозможно бороться, поливая сверху водичкой или присыпая ее сверху строительным мусором. Здесь надо вскрывать саму свалку и ликвидировать очаги возгорания, которые там внутри. Пойдемте, коллеги, мы тут потравимся просто. Люди же всегда делятся на тех, кто за, те, кто против, и те, кто стоят в стороне и наблюдают, как оно будет. И я тогда переметнусь либо к тем, кто победит. Вот вся наша беда, вот это за какое-то такое вот рабское самосознание и запуганность. Мы себя не защищаем нигде, а мы должны защищать себя везде. Видимо, эти люди сталкивались, наверное, раньше вот с тем, что ничего не могли добиться. Видимо, убедились в том, что вот бесполезно вот это что-то доказывать. И вот почему, собственно говоря, вот наше движение «За Химкинский лес», оно получилось таким популярным, потому что просто на тот момент не было вот этой культуры нормальных гражданских движений, поэтому те телодвижения, которые мы стали делать, самые простые, то есть собрать подписи в защиту леса, организовать митинг. Это было страшно необычно. Настолько необычно, что вот мои личные родственники, люди, между прочим, с высшим образованием и такие неплохие люди, первое время, когда я начала заниматься Химкинским лесом, у них были серьезные сомнения насчет моего ментального здоровья. Нам не дают нормально сказать о своей позиции, о том, что мы хотим просто дышать. Нам запрещают. Здесь у нас дрова для костра. На заготовку дров у нас есть выписано разрешение, оплачены дрова, то есть мы не занимаемся саморубом, ничего таким вот. Покрупнее дрова для костра. А тут в палатка, которую нам прислали из Апатит на зимний период. Печку принесли наши пенсионеры Василий Михайлович с Евгенией Александровной. Как туда ее притащили? Вот с бабулей. На носилка. На носилка. Сделал носилки и за два раза несли. Бабке веревку через шею. Так. И вот мы носилкам привязал, чтоб я мы не упал. С берега до бугра, вот где плакат, до звилки донесли. Но она дальше уже не могла. Ну, принесли, значит, печку положили, и мы с супругой пошли за колосником и за трубой. А еще два баллона воды взяли. В общем, печку сделали, все тепло, все хорошо, трубу поставили, все нормально. Потом на полу спали. Нас, конечно, пытаются вывести вот на все, на такие, на незаконные действия, но мы спокойны, не надо нас провоцировать ни на что. Мы уходим от этих провокаций. Даже выделили нам дрова, вот этот сухостой, который мы должны валить. Нет, чтобы где-нибудь, чтобы нам было здесь поблизости вот этот сухостой валежник собирать, да? Нет, они нам усложняют, они нам выделили дальше. Пусть старики носят на себе. Мы будем носить и будем выполнять, но мы не будем нарушать закон. Это все должны понять. Мы не будем нарушать закон. Неужели, правда, власть только в деньгах, а? Неужели, правда, у людей ничего святого нет? Вот
ни любви к природе, ни любви к своему родному краю, в котором мы живем. Ведь господин Федотов, он сам тоже местный, ну, в смысле местный, он карел. Неужели ему не жалко гробить красоту нашей Карелии? Очень меня беспокоило то, что в любой момент принесут наркоту и подкинут в отсек. То есть нас должны были буквально закрыть. Что будет, то будет. Вообще боюсь, что когда-то из какой-нибудь подворотни просто кто-нибудь сделает выстрел. Конечно. Конечно, много чего мы не доделали, но думаю, что финал может быть и такой. Защитница просит защиты. Неутомимый борец с нарушениями экологического законодательства Евгения Чирикова заявила, что вынуждена прятать своих дочерей. Органы опеки ни с того ни с сего заподозрили ее в издевательствах над своими детьми. Детей в таких случаях обычно изымают из семьи, отправляют в детский дом, а родителей сажают в тюрьму. Потому что если это действительно издевательство, то это статья Уголовного кодекса. Я понимала, почему это происходит, и я понимала, что это очень опасно. То есть это все-таки уже не просто органы опеки, это Центр по борьбе с экстремизмом, то есть ФСБ, и тут с ними шутки плохи. Я это обращение делаю не просто так, у меня беда. Вчера приходили органы опеки, и я сделала видеообращение, попросила поддержки, помощи, и случился настоящий информационный шквал. То есть люди звонили в органы опеки. За день, наверное, раздалось 1000 звонков. Весь день люди, поддерживающие Чирикову, обрывали телефон органов опеки. И к вечеру там стали говорить, что никуда не ходили и лично к Чириковой претензий не имеют. То есть вот наша система, которая очень любит сжимать зубы на горле непокорных, она тогда разжала свои челюсти. И я поняла, что единственное, что меня спасло, это распространение информации. Мы поняли, что именно вот это действительно работает. Именно это иногда спасает жизни. Именно вот это продвижение информации, распространение ее своевременно, оно помогает. Что такое Никель? Еще раз. Митинги проводили для чего мы? И сети, группы создавали для того, чтобы оповестить население о проблеме экологической и о возможной катастрофе. Я думаю, что это у нас, нам это удалось. То есть мы на полную использовали это. И сеть, и митинги. Каждое утро начинается с 5 утра. Я 4 часа работаю в интернете ежедневно, чтобы как-то довести до населения. А что вы там делаете? Выставляю темы. Выставляю темы. У меня на моей странице 5000 друзей, потолок. Я веду 20 групп против никеля. У нас были созданы группы ВКонтакте. Сейчас около 16 тысяч. В Одноклассниках 60 с лишним тысяч человек. Там участники у нас Волгоградская область, Тамбовская, Саратовская, Воронежская. Если сказать о движении «Стоп Никель», нас уже знают не просто, наверное, где-то в Борисолепске. Короче, нас знают везде. Мы больно шумные. Почему мы все молчим? Почему нас это не касается? И почему на этой сцене так мало вас? И почему я как не знаю, как упрашиваю люди? Да ради бога, вы подумайте о своих детях и о своих внуках. Наша задача была как можно больше нанести им убытков. Вот, чтобы они поняли, что это дорого. Но все общественные мероприятия и мероприятия, связанные с расторжением, там, ну, попытки там, поссорить их с заказчиками, поссорить их с властью, вот это все, это стоит очень больших денег для компании. Да? То есть по ожиданию, когда люди блокируют просто там, какие-то работы, это все стоит денег. То есть приехали, это сам, они арендуют оборудование, оно стоит, не работает. Да? То есть все легальные мероприятия, которые ведут к затратам,
и чтобы компания видела, что это очень сложно все погасить и что это будет продолжаться, ты купил одних активистов, заказал у ментов других активистов, отдал деньги, дал местной власти взятку, появился еще 10 активистов. И что это бесконечный поток, и это будет в конце концов большими убытками, все, тогда они это понимают. То есть это действительно единственный инструмент этой ситуации. В 2008 году началась кампания против строительства резиденции для Медведева в заказнике Большой Триж. И это был такой, как бы, самый, наверное, пик деятельности экологической вахты. По всей стране проводили акции против этого строительства. Планируется строительство так называемого физкультурно-оздоровительного комплекса, инициатором которого является управление делами президента России. И этот факт, он является наиболее возмутительным. То есть столь уникальной территории, которая является природным наследием и национальным достоянием нашей страны, собирается строить дачу. Ну, началось с того, что мы сначала физически заблокировали эту стройку, а потом, в общем-то, юридически сделали ее невозможной. Это одна из немногих успешных кампаний против строительства таких объектов. Ну, может быть, даже единственная. И закончилось все тем, что в 2012 году у нас была... Ну, то есть это было логическое продолжение кампании по Утришу против строительства всяких дворцов на берегу Черного моря. И все это закончилось тем, что сначала одно уголовное дело на меня и Женю Витишко завели, а потом второе уголовное дело появилось. И пришлось мне уехать. 3 года условно за порчу забора. Такое наказание получили краснодарские экологи Сурен Газарян и Евгений Витишко, которых обвиняли в нанесении ущерба имуществу губернатора края Александра Ткачева. Забор есть, но он никому не принадлежит, судя по документам и по ответам прокуратуры. То, соответственно, граждане могут реализовать свое право на нахождение в лесах и его там разобрать, отогнуть. Или вообще, если это бесхозный забор, то его можно, в принципе, забрать. Просто его открыли и зашли на территорию. То есть пофотографировали спиленные пицунские сосны. Там тоже происходило какое-то благоустройство рядом территории. Ну и вот это потом уже легло в основу уголовного дела, якобы за причинение крупного ущерба из хулиганских побуждений. 167-ю, часть 2-ю. За которое я впоследствии был осужден. И по мнению лидера движения «За Химкинский лес» Евгения Чирикова, решение Туапсинского суда фактически приравнивает экологическую активность к преступлению. Это можно дальше, никого не трогать. Стою один. Выходите за ним. Не надо. Что вы хотите забрать? А мне Я не боюсь, что меня придут и арестуют, или меня в чем-то обвинят. Потому что закона никакого мы и я не нарушаем абсолютно. Но тем не менее мы хорошо понимаем, что мы ходим по краю. И если скажут, покажут на нас пальцем и скажут фас, то я не знаю, как поступит система. Когда вот на меня нападение было совершено, дочь моя говорит: мам, все равно, что рот не... Я знаю ж тебя, ты же все равно не замолчишь. А что, бояться кого? Бояться некого. Правда на нашей будет стороне. Вот. А я не знаю, почему Владимир Владимирович Путин, сколько мы подписи собирали, все. Он это молчит и не отвечает людям. То, что умеет народ, народ, а сам не отвечает. Вот. Будем брать вилы, пойдем с вилами. Вот так. Не дадим. Вот так. Голову положим, а не дадим. Не знаю, вот такое предчувствие, что что-то такое случится, что никеля здесь не будет. Вот это вот вера есть. Вот не будет его, и все. Может, нам Бог поможет в этом. Почему-то власть хочет все решить нашими руками, чтобы вот сказать, вот мы протестуем, люди протестуют, вот значит мы тогда сами считаем, что нельзя это делать. То, что делается там сейчас, это нарушение закона. Забор незаконный. 7 июня они должны были его убрать. А забор до сих пор стоит, его должна убрать полиция по суду. Вот мы сейчас этого ждем.
На Хопре, когда вдруг они как бы воткнули этот штык лопат, даже не воткнули, а только замахнулись, и тут возникла вдруг какая-то вот эта вот суета, какой-то этот туман стал сгущаться в виде этих людей, да, которых вышло там в 60-тысячном Борисоглебске, был митинг на 15 тысяч человек. Вот, в Новохоперске, где 7 тысяч живет человек, там был два раза митинг по 5 тысяч, то есть все ходячие реально, да. И это, конечно, удивляет очень власть, пугает. Они там начинают по кабинетам бегать друг к другу, что-то там сверху вниз, да? Но единственное, на чем власть вообще в России построена, наверное, традиционно, да, и чего они сами боятся, это насилие. Не снимай! Не снимай! Продались, да? Чиновник, а мы культурно себя ведем. Чем не культурно мы себя ведем? Немножко. Ну что, высказывай свое мнение, все. Да сколько можно высказывать мнение? Сколько? Народ уже все ковыряет нашу землю. Фашисты, захватчики! Вы должны защищать Родину, а вы захватчиков защищаете. Пойдем, Надя. Стой! Не связывайся. Пусть они тут, может, их тут накормят. Я бы не сказала, что это экстремизм, это просто экстремальная ситуация, в которой, как в зеркале, видно все, что происходит в нашей стране. Значит, не доводите народ. Не доводите народ до греха. То есть людей выталкивают в эту сферу. То есть люди видят, что медийного поля у них нет. У них его отняли, по телевизору показывают, как все хорошо. Они видят, что компания незаконно зашла. Она развернула работы на поле для сельскохозяйственных нужд. И полиция знает, у полиции есть предписание убрать этот забор, который прикрывает дорогу. Люди видят, забор стоит, полиция рядом. Ничего не происходит. Люди видят, что административные никакие у них нету как бы инструментов. Люди идут в суд, их там посылают 100 раз. То есть юридические, там гражданские, информационные не работают. Что остается? Когда эти события произошли, у нас ликование было всего города. Это была радость. С одной стороны, если вот кто-то скажет, это как бы экстремизм, но мы не считаем это экстремизмом. И мы считаем, если бы мы, ну, дали нам такую возможность пережить это достроение заново, мы бы сделали все то же самое. Что с нами будет, мы не знаем. Бегать по стране куда-то, убежать от этой беды, да уже, наверное, невозможно, потому что в какой регион не приедь, везде своя беда экологическая. В сети интернет сейчас идет бурное обсуждение того, как на российских экологов Greenpeace и эковахты по Северному Кавказу напали неизвестные. Избили, варварски порезали их палатки ножом и проткнули колеса машин. В то время как зеленые приехали с мирными намерениями. Мы на всякий случай подстраховывались и всех, кого можно было в регионе, проинформировали о том, что такая работа будет вестись, она будет исключительно противопожарная. Были отправлены всякие официальные письма губернатору, заместителям губернатора, Министерству образования, в МВД, ФСБ. Так, чтобы ни у кого не было никакого непонимания, кто едет, куда едет и зачем едет. 19 человек в камуфляже, без опознавательных знаков. Так по республике Адыгея передвигались участники экспедиции Greenpeace, которые в итоге оказались в полиции после звонка местного жителя. После первых же тушений начались угрозы от непонятных людей, которые говорили, что просто вот вам надо уехать отсюда, потому что иначе будет плохо. Дальше началось активное давление со стороны органов власти, приезда полиции, приезда пожарного надзора, приезд казаков, и казаки уже вели себя откровенно агрессивно, с угрозами, с блокировкой лагеря. При всем при этом продолжались пожары. С какой вообще целью русские представители американской организации прибыли на Кубань? А чего вы снимаете? Понимаете, я не знаю, кто вы. Это моя безопасность. А я не хочу, чтобы вы меня снимали. После того, как мы смогли отбиться от всех нападок со стороны правоохранительных органов, и они уехали, поняв, что у них нет к нам претензий, все прозрачно, все понятно, всех везде пускают, все официальные бумаги показывают. Так называемые экологи говорят, что их цель – тушение пожаров. Но кое-где трава и лес
начали гореть как раз после их визитов. То есть после того, как вот, полиция и пожарный надзор сказали, что никаких претензий нет, а казаки уехали, произошло ночное нападение на лагерь со стрельбой, с угрозами убийства. Ну, то есть людей клали на землю, стреляли около головы. Достаточно жестко избили нескольких участников. И вот в этот разгромленный лагерь с утра, кроме следственной группы и, ну, кроме большого количества полицейских, приехали еще и журналисты. Вы первые приехали на пожар, который, ну, вчера произошел? Значит, мы единственные приехали на пожар, который вчера произошел. Наша группа добровольцев просто приезжала, увидела зарево. Да? Ну, естественно, мы не проедем мимо. Удивительно и то, что природозащитники попадали на все горящие участки в этой местности быстрее пожарных. Обвинили нас в поджогах, обвинили нас в нападении на казаков, обвинили нас в провоцировании конфликта. Ну и, собственно, да, вот, довольно активно облили грязью, в общем-то, и на федеральном эфире, то есть по центральному телевидению, ну и, естественно, во всех местных СМИ. Активисты Greenpeace давно не славятся безупречной репутацией. Вот и кубанские гости, несмотря на то, что им не очень рады местные жители, уезжать раньше не собираются. Отъезд, как и планировали, 15 сентября. Ну, когда делают такие заказные сюжеты, как бы считаешь, что люди как бы дураки, которые вот это смотрят, да, а люди, они не дураки, потому что они в своих регионах ровно сталкиваются с тем, что, ну, вот с такими же там проблемами, что у них там что-то вырубают, там, что их притесняют. И когда они смотрят этот сюжет, у нас были случаи, когда он производил ровно вообще обратный эффект. Люди смотрели, говорили, мы вообще присоединились к протестному движению, потому что мы посмотрели вот этот сюжет, вообще благодаря нему узнали, что там вообще какой-то идет протест, и, в общем-то, поняли, что, ну, это вот заказной сюжет. Часть людей, сбитых с толку, мое предположение, вот там в Воронеже считают себя патриотами России. Это самое страшное в нашем разговоре. Люди, которые пришли бороться с геологами, считают, что они спасают хопер. Я не могу смотреть телевизор так же. И близкие мои не могут смотреть телевизор. Потому что вот эти Соловьевы и тому прочее нечисть сбивает людям голову. Возьмите телевизор, не посмотрите, месяц буквально, месяц. Не включайте телевизор месяц. И вы будете на жизнь смотреть другими глазами. То есть, вот вы пришли домой, включили телевизор, а мы хорошо живем. Выходите на улицу, да вроде бы и не очень. Опять домой приходишь, включаешь телевизор, опять мы хорошо живем. По-моему, с пропагандой они все-таки переборщили. Как говорится, можно и водой отравиться, если ведро сразу выпить. А тут уже не ведро, тут тоннами заливают во все отверстия. Перед Новым годом вот украсили елочку в лесу. Она живая, мы ее не рубили, не пилили. И встречали Новый год у елочки у этой. Это центральная, я говорю, да хоть какие, большие, маленькие, но это свои люди. Да, я это, говорю, это пойдет за это крова. Свои. Мы ни в коем случае не противостоим нынешней власти. Мы просто пытаемся заявить о том, что у нас тоже есть права. Права на благоприятную окружающую среду. Бор является значимой частью этой среды. Вот мы пытаемся донести до нашей местной власти, что мы не против них. Мы наоборот пытаемся показать им, что вот мы не просим в принципе ничего такого сверхъестественного. Мы просим, оставьте вот этот кусочек бора нам. Лагерь разбит на линии противостояния лесорубов и активистов. В круглосуточном режиме защитники бора стоят на пути харвестеров. 4 числа октября мы снова отбили карьер, обвесили его, то бишь ленточками, границы горного отвода. И 7-го приступили к валке леса. Я пришла и видела, что в этом харвестере сидит один водитель. Но я опять встала перед ним и стою. В это время откуда-то появился еще один мужчина, потом еще один.
потом еще один. Тут мне, конечно, страшно стало. Но не страшно, а просто сама соображала, что если они меня начнут со мной что-то делать, что мне делать? Но я уже успела позвонить вот сюда, в деревню. Знаю, как на нас идет карвестер. Замечательно. Отойдите от трактора, еще раз. Не отойду, еще раз говорю. Да он сюда сейчас в сторону встанет. И... вот туда пускай встает. Сторону. Они на меня туда, там это начали. И по мату, и матом, и по-всякому. Мы сейчас приедет полиция, увезем тебя в это самое, в Петрозаводск. Я говорю, везите. Но сейчас, говорю, тут будет вся деревня. Что, такая же, как и ты? Я говорю, да, говорю, такая же, как и я. Говорю, меня увезете, другие встанут. Валка леса, она довольно-таки серьезная такая работа, да, для операторов. Опасная работа. И когда оператор сидит за комплексом, и ему, извините меня, под комплекс лезет бабушка, да, мы прекращаем. Можно убить человека, нам это не надо. Последний раз, третий раз, когда пилили, нас стало туда человек 7 или 8, наверное. Потому что поняли, что только так можно сделать. Остановить вот это беззаконие. Уважаемый Владимир Владимирович, вы защищаете Крым, Донбасс, Сирию. Защитите нашу родину, Сунский бор. Пока вот никакого ответа мы не получили. Даже не знаем, дошло это обращение до него, не дошло. Вот. Надеемся, что, в общем-то, Владимир Владимирович тоже как-то посодействует решению этой проблемы. Неожиданное продолжение протестов в Челябинске во время визита в город главы российского государства. Ночью президент Владимир Путин вдруг позвонил Василию Московцу, лидеру движения «Стоп ГОК». Но у меня к вам только просьба. Я понимаю, и вы правильно делаете, что говорите за то, что вы считаете правым делом. Аккуратнее, так пытаетесь ничего не нарушать, ладно? У нас президент Путин перед годом экологии сказал, что мы принимаем закон о зеленых поясах вокруг мегаполисов. Так вот, у нас огромную часть этого зеленого пояса потенциального, да, защитный лес в Томинске, 3000 гектаров, у нас обречен на уничтожение. Так объясните мне, пожалуйста, ребята, еще раз. Я приехал и я уеду. Я вам не нравлюсь? Ваше право. Вам ГОК нравится? Нет! Всем, кто на площади, вам ГОК нравится? Вы хотите, чтобы на вашей земле построили завод, который вас будет травить? Победить в жизни в этой может только народ. Вот как сплотить народ, это другой вопрос. Но у нас сейчас не существует партии, которая может сплотить вокруг себя народ. Народ сплотить можно, только его не можно сплотить, он должен сплотиться. Поняв, что надо выключить телевизор и подумать своей головой. В этом случае, мне кажется, самая такая правильная позиция – это быть равноудаленным. То есть это там, не значит, что там не надо, да, общаться. То есть можно там, принимать, если есть реальная помощь от разных сил, то можно принимать. Но в группе договориться о том, что не ассоциироваться ни с какой из сил. Потому что ну, в самих группах часто вообще бывают внутри люди с разными политическими взглядами. И ну, как бы часто группы договорятся о такой позиции политической нейтральности. Если вы можете подтянуть на свою сторону депутатов, если вы можете подтянуть на свою сторону Народный фронт, если вы можете подтянуть на свою сторону там, Совет по правам человека при президенте, используйте и подтягивайте. Да? Дотягивайтесь до всех, до кого можете. Да, конечно, использовать лоббирование, да, конечно, использовать связи и использовать любые выходы на тех людей, которые реально принимают решения. И в этом нет ничего стыдного, это нормально, это нормальные люди, им надо давать возможность сделать хорошие дела. Все наши там партийные функционеры Единой России, священнослужители, все, что то, всех тех, которых у нас там принято там называть, не знаю, там опорой режима, вот это, оказывается, нормальные люди, и когда нет административного давления и репрессий, то все они вот принимали участие. Нам люди говорят, которые работают в полиции, в прокуратуре, что
случае острой ситуации мы будем с народом. Мы против народа не пойдем. Мы вас поддержим. Я хочу, чтобы власть это слышала и знала, потому что вот это противостояние народа и власти, чем оно закончится, лежит полностью, ответственность лежит только на власти. И как оказалось, что власть людей совершенно не понимает. И проблемы людей для власти, они, по-моему, не существуют. У них существуют какие-то там, они живут своей жизнью, мы живем своей жизнью. Власть-то ведь мы же выбирали всех депутатов, они должны к нам прислушаться, к нашему мнению. Ведь мы же их выбирали куда-то в депутаты, там, во власть везде. Мы же налогоплательщики, мы же должны с них спрашивать-то. Но хотелось бы верить в лучшее-то. Хотелось бы верить в то, что народ тоже имеет какое-то право высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию. Но мы же все-таки в демократическом государстве живем. Мы не построили здесь ничего, никаких сооружений мы не построили. У нас палатка стоит, да? То есть это ничего не противоречит закону. Мы не нарушаем ничего. Мы не влезаем в политику. Нам не надо. Всем говорим. Активисты могут говорить при этом все, что угодно, которое начинает. Пусть они говорят, что они вне политики, сама так говорила. Они до этого дойдут. Они дойдут до этого через какое-то время, если они будут действовать правильно. То есть если они все стадии активизма пройдут по-человечески, да, если они все пройдут как надо, если они не остановятся после первого же митинга и не скажут, ой, как тяжело, все, хватит. Если они организуют нормальную работу, если у них будет своя команда, потому что первое, чему я учу обычно активистов, ребята, вы должны начать с формирования команды, не с прессой работать, это потом. Сначала определитесь, кто какие функции в группе выполняет, кто за что отвечает, определитесь с регулярностью вашей деятельности, определитесь с планированием, это то, чему учат бизнесменов. Да? Невозможно вести никакой бизнес, вообще никакую деятельность организовать без команды и без нормальных процессов невозможно. Вот если вы все это прошли, ну, допустим, там через какое-то время, может, 5 лет, может, 6 лет пройдет, ну, какое-то время должно пройти, чтобы вы вообще привыкли к этой деятельности, ощутили, что вы власть. Что вы решаете? Вот когда вы это ощутите нормально, когда активист до этого созреет, он созреет и для того, чтобы участвовать в выборах депутатов. Слышно, господин президент! Что еще мы должны сделать для того, чтобы вы нас услышали? Что нам сделать, чтобы защитить просто свои легкие? Право гулять с детьми в лесу и дышать чистым воздухом. В экологическом сообществе есть какие-то вот там опытные природоохранные организации или там опытные активисты, но их на самом деле, да, на то количество там проблем, да, которые существуют, огромное, да, их действительно мало. И если местные жители не самоорганизуются сами, да, и не будут готовы работать, да, в каждодневном режиме у себя там на месте над этой проблемой, то, ну, никакая там внешняя там организация, там, сила, да, она не сможет, да, решить эту проблему. То есть она вот все-таки, ну, самое важное, вот эта группа, которая работает на земле. Мы жильцы домов номер 4, 10 и 12/1 по Ростовскому шоссе активно протестуем против расширения трассы Ростовского шоссе под наши окна. И вот эту дорогу к нам приближали и моментально вырубили первую линию деревьев на дожах. Не успели, когда это все. Рано утром, субботним утром, когда все спали, жители повыскакивали полудетки. Что вы делаете? Пытались остановить, ничего не получилось. Обкарнали эту первую всю линию в одночасье. Полиция была здесь. Вот десант высадился. Да. Это просто штурм какой-то для администрации. Вот высадился десант утром. Отойдите, пожалуйста, дайте сделать свои дела. Нет, это наши деревья, мы не можем. О, здрасте. Здравствуйте. Я с вами журналист. Трогайте меня. Я еще раз говорю, я журналист. Тихо. Прекратите трогать человека. Покажите ваши документы. Документы покажите. Вы кто такой? Вы где взяли форму? Трогайте. Купил. Тогда что вы меня трогаете? Не трогай меня, ты, который купил. Тихо.
Мы тут не вооружены, и не трогайте нас. Я вам что говорю? Все, я сказала, не трогайте, и нас не трогайте. Я журналист, нахожусь на задании. Слушайте, не деритесь с женщинами. Не деритесь и не трогайте нас. Вот и все. И дерево не трогайте, и нас не трогайте. И, конечно, эко-вахта, это огромное спасибо. Да. Вот ребята прямо становились возле каждого дерева. Вот они с этой стороны зайдут, ребята сюда, вот понимаете? Да. Садились уже, срубили, допустим, дерево. Они садились на то, на что это, на то, что осталось, не давая им, они там верхушки попилили. Да. Наша стратегия поддерживает максимально местные инициативы, то есть чтобы они до какого-то уровня дорастали и дальше действовали сами. Чтобы люди уже почувствовали, что в их руках как бы все от них самих зависит. Новый зоопарк в Перми должен быть построен на территории Черняевского леса, недалеко от ДКЖ и Газнака. Краевые власти заявили, что определились с местом. Сейчас мы как раз и находимся в том самом втором квартале Черняевского леса, который, собственно говоря, и защищали от застройки. От того, чтобы вот эти деревья были вырублены, и здесь был построен зоопарк. Правда, в самом зверинце эту идею почему-то вообще никак не комментируют, а экологи и вовсе категорически против. СМИ совершенно, так сказать, четко замалчивали всю вообще ситуацию вокруг. То есть надеяться на то, что это будет как-то освещено, нам не приходилось. Новости появления здесь зоопарка восприняли с радостью. Мы смотрим на это положительно, потому что нам удобно, мы здесь живем. И мы решили, что поскольку здесь много людей ходит, отдыхает, здесь много транзита, сделать что-то такое, что люди видели каждый день, когда они будут проходить мимо. И, в общем, мы придумали вот такие оранжевые ленточки, которые завязали вокруг каждого дерева, которое должно было пойти под снос. Это был такой сплошной оранжевый цвет. И все начинали спрашивать, а что это такое? И мы вывешивали еще такие специальные таблички, где рассказывали, почему вот мы на эти деревья повесили эти оранжевые ленточки. Так, кто еще ленточку? Оранжевая лента на дереве – предупреждающий знак. Внимание, его хотят срубить. И одновременно условная линейка. Пермяки обвязывают только тонкие стволы, диаметр которых меньше 30 сантиметров. Именно эта цифра была озвучена для общественности. Мол, при строительстве зоопарка именно такие сосны в Черняевском лесу придется вырубить. И это привлекло внимание СМИ, несмотря на то, что был указ. Но, тем не менее, каждый, так сказать, уважающий себя журналист считал, что он вот, ну, как-то это должен показать. И когда журналисты увидели своими глазами, что те слова, которые говорит администрация, что вот, ну, там будет небольшое количество деревьев вырублено, на самом деле это большая неправда. Ну, собственно говоря, это было потом отражено и в тех материалах, которые вышли после этой экскурсии. Общество себя в обиду не даст. Сегодня власти Перми и неравнодушные люди встретились для того, чтобы наметить планы в направлении того, как сделать краевую столицу еще лучше. Мы начали проводить мероприятия здесь, вот на этой территории. Это были очень разные мероприятия. Это были спортивные мероприятия, это были мероприятия для детей, для семей с детьми. В Черняевском лесу сегодня отметили экологический праздник – Всероссийский день леса. На площадке «Золотые пески» для гостей организовали экскурсии, мастер-классы и даже фото-выставку раритетных снимков. Мы проводили здесь час земли вместе с нашими велосипедистами. То есть к нам тут приехала колонна велосипедлячков, там порядка 120 человек. Вот именно стратегия на то, чтобы показать людям, рассказать людям о том, что вот это место, оно им предлагает очень много-много-много возможностей. Потому что когда мы говорим только о проблемах, ну, через какое-то время люди начинают от этого уставать. Чисто в силу психологической защиты люди перестают вообще в этом процессе участвовать. Одна из важных вещей о том, чтобы компания, ну, тема, вокруг которой она происходит, она была как бы людям понятна, близка, она цепляла. Чтобы это вот у людей вызывало, ну, вот, действительно, они там понимали, да, вот вообще о чем, за что они борются. И когда люди начинают осознавать вот эту ценность территории, которую они могут потерять, леса, где они живут вот фактически там в свое свободное время, ну, тогда у них возникает желание защитить. И они начинают в этих процессах участвовать. Эй, Белка, привет! Мы сегодня срезаем оранжевые ленты в Черняевском лесу. Спасли мы лес.
Первое – это коалиция, объединение очень разных участников. Второе – это стратегия на привлечение людей именно вот с таким позитивным посылом. Я думаю, это вот сыграло, ну, такие важную очень роль. И третий момент – это очень профессиональные юристы, которые работали. Это Пермская гражданская палата, это работа со специалистами-экологами, которые являются, ну, скажем, специалистами именно в области охраны окружающей среды. Вот это вот, собственно говоря, три составляющие успеха, я бы так сказала. Это лично ваша, которая мне как раз. Национальный инспектор. Хорошо, хорошо. Только не надо снимать. Инспектор, опустите, пожалуйста. Ради бога, проходите. Не надо снимать. Это лесной фонд. Этот дом построен здесь незаконно. В лесном фонде запрещено любые стройки. Пустили нас, потому что боятся. Ну как, мы все мешаем спокойно пилить тут землю, территорию, захватывать леса, берега и все прочее. Просто надо аккуратнее действовать, не подставляться. Вот сегодня мы, допустим, там на эту дачу, там вроде так нагло ворвались, да, там. Ну, там все просто уже просчитано было, что это все, в общем-то, безопасно достаточно. То есть в общем, заборы ломать мы больше не будем, чтобы кого-то у нас, наших кто сажали. Надо, посадок надо избегать, а вообще активистов надо беречь. Их у нас мало. Корреспондент Белсата в Краснодаре Александр Савельев вместе с активистами экологической вахты по Северному Кавказу отправился снимать незаконное строительство VIP-дачи на берегу Черного моря. Есть вероятность, что строится она для премьер-министра России Дмитрия Медведева. Когда наш коллега и экологи приехали в Краснодар, там их поджидали люди в масках, целью которых был отснятый материал. Мы вчера в Кредице обследовали один проблемный объект. Там построится это очередная VIP-резиденция на Черноморском побережье. И как все обычно по беспределам. То есть огромный кусок лесного фонда загорожен. Роются котлованы, работает техника, а незаконная стройка сползает к Черному морю безо всякого разрешения. Вот. Год экологии хорошо, так сказать, наша страна завершила. Вот. И посмотрим. Если сейчас дело начнет буксовать, как это было в том году, изменением противопожарной экспедиции, значит, в этом самом деле стоят органы, и они, то есть органы действуют вместе с бандитами, как это, к сожалению, у нас в стране часто бывает. Министерство по природопользованию и экологии Карелии досрочно прекратило лицензию на разработку карьера в Сумском Бару. Что вы приехали на наш праздник. Для нас он очень дорог, и я так поняла, что и для вас он очень дорог, раз вы в такую непогодь сорвались и приехали к нам попраздновать вместе. Каждой группе низовой, которая начинает бороться, кажется, очень важно знать и понимать, что они не одни. И что до них и вместе с ними по всей стране есть такие же люди, которые встают и начинают защищать то, что для них важно. И вот у меня ощущение от этих людей, что у них есть какое-то гражданское достоинство. Кажется иногда, что вот есть отдельно какие-то страшные чиновники или уголовники, есть вот некий дракон, некий левиафан, и отдельно мы, которые как будто бы от этого страдают. На самом деле нет. На самом деле мы абсолютно заслуживаем и достойны того общества, того государства, в котором мы живем, и мы его строим. И с моей точки зрения, очень опасная позиция говорить, что они виноваты, а мы правы.
Мне кажется, что мы все вместе дошли до того, что страна вот такая. В ней плохо работают какие-то государственные механизмы и институты, в ней слабо развиты какие-то общественные институты, в ней зарождается добровольчество и при этом упирается в недоверие всех ко всем и в такую полную атомизацию общества. Но это мы построили, это наше общество, которое только мы можем изменить. И мы его можем изменить только все вместе. И лично я, например, не хочу ни гражданской войны, ни революции. Я хочу построить такое государство, и государство должно вырасти из общества и вырасти из добровольчества, в котором мне будет не стыдно жить, в котором мне будет не страшно за своих детей, из которого не захочется уезжать в другую страну. Я до сих пор считаю и считал, что это моя страна. То есть, что... Я здесь родился, я за нее отвечаю. Последовательно буду заниматься теми вещами, которые считаю правильными. Я не собираюсь эмигрировать, то есть я считаю это, ну, в принципе, неэффективно. Вот ради вот этих вот ощущений, что ты делаешь что-то, и это приносит благо, это дает дополнительные смыслы. Вместе с этой ответственностью приходит вот этот кайф. То есть мазохистов нет среди людей. Они начинают этим заниматься активизмом, и они преобразовываются как люди. И вот этот вот источник удовольствия я открыла как раз благодаря Химкинскому лесу, когда я поняла, какое ты счастье, когда ты собрал митинг, и вот пришло 5000 человек, и вы понимаете, что у вас получается. И вы понимаете, что вы решаете. И что таких, как ты, становится все больше. И что ты видишь, что вот это общество преображается благодаря и твоим тоже усилиям. Такие люди есть, и вот они, я прям вижу этот процесс, как они вот начинают друг с другом, вот, да, вот как эти корни травы там под землей там соединяться, сцепляться, и вот как бы вот эту такую grassroots сеть, вот, ну, на которой, может быть, общество, да, ну вот держится, а вот они начинают ее сплетать.